Февраль не балует теплом, он лишь его предполагает, под ноги снега накидает, за щеки потрепать готов. Но к холодам уже привыкли, зима закалку нам дала, но шубы носим мы пока, хотя они уж надоели. Природа все ж свое берет, день помаленечку растет, и радость окрыляет нас, зима закончится сейчас. Томлением душа полна, настало время обновления, любить, желать и строить планы, мечты в реальность воплощать. Но полно смело так мечтать, пусть снег растает и просохнет, мороз уйдет, и вот тогда прощайте, матушка, зима. Созвездие Рыбы начинается с 20 февраля и продолжается до 20 марта. В этот период проявите заботы о ступнях ног, лимфатической системе. 20 февраля, день Луки, назван в честь преподобного отца Луки Эфесского. Сегодня пекли пироги с луком, ели их сами, а часть раздавали нищим. Считалось, что отданное с прибылью вернется назад. Поминали усопших предков. Живы родители – почитай, а умерли – поминай. Также старались не совершать плохих поступков, раскаиваться в грехах и делать только добрые дела. Анализировали свои мысли и поступки, думали о том, как стать лучше, избавиться от недостатков. День считался наиболее подходящим для приготовления целебных средств из кореньев. Особую силу в этот день имела лапчатка. Ее цветки напоминали крест, потому она считалась в народе могушницей, травой, в которой заключена сама крестная сила. Приметы этого дня. Чем больше милости подашь, тем больше получишь. Сегодня поминальный день, поэтому не играли свадьбу. Женщинам не рекомендовали носить платье зеленого цвета. Также делать покупки – это к неприятностям. И вообще, в феврале поддаются лечению сердечные болезни. А вы не купаетесь, как доктор Мясников в реке, как ребята, около которых вы прошли. Это супер ходьба. Посмотрите мои закаливающие процедуры. В который раз посещаем знаменитый Варварин источник. Плещеево озеро. Заповедные места. Ну, естественно, комары, мошки. Будьте готовы. Добро здоровится. Комары не закусали? Да? Нет вообще. Ну что? Пить будешь? Думала, у них тут есть такая лопатка. Вот она, пластмассовая. То хорошо было бы, конечно. За меня? Будешь? А
Очки свои заберу. Это купаленка. Вот она сама купальня. Сама купальня. Я здесь неоднократно окунулся. Мы с тобой цепными своими объятиями дорожим всю здоровую мудрость. Сквозь месяц отрепся, не видим, не соблюдим. Ангел воды обнимется. О, обрезает. О, обрезает. А, хорошо. Хорошо, хорошо. На видео, после того, как искупаешься, окунешься. Замечательно. Вы знаете, что я автор многочисленных книг по естественному оздоровлению организма. Если вас какие-то книги заинтересуют и вы хотите их приобрести, пожалуйста, обращайтесь ко мне на мою электронную почту. Цены вас приятно удивят.